Современный доильный зал и 4 корпуса для содержания животных. В новоселках Меликесского района построят животноводческий комплекс для 2500 коров. Крупный инвестиционный проект реализуют на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Возрождение». Животноводство для фермеров не в новинку. На предприятии выращивают черно-пеструю и галштинскую породу крупного рогатого скота. Объем производства молока ежесуточный будет порядка 60 тонн молока. Я думаю, мы его достигнем где-то конец 2021, начало 2022 года. И ежегодно уже в 2022 году мы будем производить порядка 20-22 тысяч тонн молока ежегодно. Для сравнения, нынешний объем производства молока в хозяйстве – 27 тонн в сутки. Таким образом, с вводом комплекса в эксплуатацию производство молока увеличится вдвое. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей. К уже существующим корпусам будут пристроены еще 4. А для комфортной жизни буренок здание соединят галереями. Также построят доильный зал «Елочка» на 72 места. После реконструкции на предприятии готовы предложить работу 30 жителям поселка. То есть увеличится поголовье, никто не сократится. При этом снизится себестоимость. Соответственно, мы будем продукции вдвое больше производить, но людям уже будет проще работать, они будут работать в тепле. Вместе со строительством комплекса в самом поселке также грядут изменения. Глава региона поручил депутатам областного парламента выделить дополнительное финансирование на обновление школы, дома культуры, а также на ремонт дворов. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.